Тора is my name, это мой money rain, no pain, no gain, иди нахуй Monday. Тора is my name, ра-та-та, бэнг-бэнг, заряжаю бляка, моя baby модель. Тора is my name, это мой money rain, no pain, no gain. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Коди. И в данном видеоролике мы начинаем сезон от бомжа до главврача. То есть мы в этом сезоне должны стать на лидерку и стать главврачом больницы Сан-Фьерро, Лос-Сантос или же Лас-Вентурас. Там уже как пойдет. Надеюсь, вам этот сезон понравится. Я буду снимать или на ПК, или на телефоне. Всем желаю приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Так, ребята, я уже прибежал на ЖДЛС. Сейчас, ребята, думаю взять квест, потому что за квесты нам дают опыт и деньги, в принципе. Так, что взять? Давайте возьмем, наверное, завод. Да, давайте возьмем завод. 2 опыта и 3К, да. Также, ребята, напишите в комментариях, снимать ли мне дальше эту рубрику, или снимать, например, игрок Шалит. О, чё? Мне скутер сейчас сам ехал. Ладно, это Сантроп, я не удивляюсь. Так. И напишите, если вы хотите, чтобы я снимал на телефоне, напишите, чтобы я снимал на телефоне. Также давайте введем сейчас секретный промокод, который я сливал в предыдущем видео. Также, если вы не смотрели предыдущее видео, обязательно посмотрите. Тыкните сейчас в подсказки или же по ссылке в описании. Так, пишем хэштег коронавирус. Там я сливал много различных промокодов, что вот 2 часа нам надо отыграть и получим 25 тысяч. Ладно, сейчас мы едем. Так, сколько мы отыграли? 5 минут. Походу мы получим еще payday. И нам повезло очень, да. Сейчас, наверное, будем ехать на завод и уже будем там работать. О, чувак, дорогу, тихо, у меня чувак не вписался. Так, думаю, ГПС поставить. Хотя не, я вроде знаю, куда ехать, да. Я знаю, куда ехать. Так. Ладно, ребята, наверное, вернусь к вам тогда, когда уже приеду на завод, а то снимать весь путь это как-то вообще, да. Короче, я к вам вернусь. Так, ребята, я уже приехал на завод, давайте войдем и сейчас начнем работать. Кстати, через 2 минуты payday, поэтому нам это на руку, да. Снимаю я сейчас это все 27 числа, не знаю, когда выложу, если успею смонтировать до 17 часов, тогда выложу сегодня, если нет, то выложу завтра. Да, так что, ребята, я, наверное, ускорю этот процесс, потому что смотреть, как я 20 деталей таскаю, это как-то не прикольно. Поэтому я ускорю этот процесс. Ребята, бежим уже делать последнюю деталь. Я так заебался на этой работе, что пиздец, потому что тут мало платят, во-первых, блять. Я на этой работе 20 минут проебал тупо. Это самая тупая, блять, работа. Никогда здесь не работайте. За 20 минут, блять, 2,5к. Это пиздец, как мало. Да. И давай, 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 неси. Все, ребята, мы выполнили квест и бежим сейчас увольняться. Встретимся, ребята, с вами уже на ЖДЛС. Ребята, я тут подумал и решил то, что сейчас, наверное, поеду в автошколу, потому что если я уже близко, уже, в принципе, Сан-Фьерро, почему бы и не заехать. Поэтому, ребята, я ускорю данный процесс, как я буду ехать в Сан-Фьерро.
ребята, мы уже подъезжаем к автошколе. Ехал я недолго, потому что это близко. Так, подъезжаем, значит, так, выпрыгиваем с нашей мопед. Так, у меня спидометр почему-то остался. Так, давайте подбежим к банкомату. Так, почему у меня не работает? Слэш альт. Что за хуйня? Пинг вроде норм. Блять, не хватало, чтобы у меня, блять, еще и вылетело, блять. Думаю, сейчас отлагают. Так, ну, блять, ты будешь работать? Блять, у меня еще все зависли. Блять, ебаный в рот. Ладно, ребята, встретимся, когда я уже перезайду. Так, ребята, уже зашел на сервер, давайте оплатим штраф, который я получил по пути. Блядь, 1000 баксов, ну пиздец. Сколько у нас хотя бы денег осталось, сейчас чекну. Блядь, у нас коса ровно, если я проебу эту попытку, блядь, это будет пытка. Блядь, это НПС сидят или люди, не похуй так. Далее. Блядь, а что за, кстати, тачка? Я сколько сдаю на права, я не знаю, что это за тачка. Джестер вроде или как? Нет, точно не Элегия, потому что я знаю, как Элегия выглядит. Главное, что... Главное, сдача на права в какое дерево, блядь. Чуть не въехал в дерево. Не въехать в дерево, потому что, блядь, это... У меня раз такое было, блядь, я в 3 дерева нахуй въехал. В одно задом, в другое передом, опять задом. Ой, ебать, снова чуть не зацепил. Про что, в принципе, я и говорю. Так, объезжаем эту хуйню. Так, блядь, что опять зацеплю. Так, пока у нас машина чистая. Ну, не чистая, но, блядь, вы поняли, короче. Ни разу не битая. Вот на этой хуйне я не раз переворачивался. Не спрашивайте, как, блядь. И после чего машина и... Ну, вы поняли, в принципе. Так, поворачиваем. О, блядь, вот тут я в дерево много раз вписывался задом, поэтому здесь надо быть аккуратным. Вот про что, ребята, я говорю, надо здесь быть очень аккуратным, потому что здесь площадь малая, и здесь легко и уебаться в дерево, или, блядь, чуть в шлагбаум не уебался. Так, сейчас дрифт будет. Ох, блядь, дрифтуем. Вот тут тоже есть этот подъемчик, я тоже не раз на нем застревал. Так, едем дальше, ребята, это недалеко, потому что здесь сдача на права не такая, как на Simple RP, кто знает, тот... Шарит, да, тот, что я сказал, кто знает, тот шарит, блядь, ну, короче, вы поняли, кто играл хоть раз, тот поймет. Ох, ебать, я дрифтер, нахуй, мне кажется, что этот дрифт до доброго не доведет. Ох, ебать, я реально дрифтую, блядь, нихуя себе, блядь, токийский дрифт, нахуй, так, поебали, давай, 130, найс, 138, найс, 140, блядь, вот про что я и говорил, блядь. Вот это я токийский дрифтер. А чё у меня, кстати, тачка не побилась? Не знаю. Ладно, бак, наверное. Так, главное мне опять в не уебаться, потому что это я и так уже уебался. А, блядь! Блядь, еще передом уебался. Блядь! Ну, пиздец. Походу, я не сдал на права. Да, ребят. Так, поворачиваем. Блядь, ебучу, еба, объехал. Так, поворачиваю. Мне интересно, сдал ли я или нет. Походу нет, потому что я ударил тачку, и мне надо пересдавать. Так, чекаем. Да, ребята, я сдал на права. Да, ребята, встретимся уже с вами на ЖДЛС. Все, ребята, я подъезжаю уже к Лос-Сантосу. Ну, также ехал я недолго. Блять, понаставляли, сука, тачек, блять, хуй. Блять, ну, блять, и шаг нахуй. И сам главное, не упал, блять, а меня с скутера разбил. Вот и шаг нахуй. Блять, что за пиздец? Все меня давит, блять. Еще скутер не открывается, блять. Опять этот баг, нахуй. Надо садиться на водительское, потом РЛК. Ну, короче, если вам нравится данный сезон, тогда обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, хотите ли вы новые серии по этот сезон. Тогда, блять, ебучий шлагбан еще умудрился у него ебаться. Пиздец. Да. Так, едем дальше. Так. Блять, давай разгоняйся, токийский дрифт, нахуй. Да, блять, понаставляли здесь тачек, не пройти, не проехать, нахуй, заебали. Также вы сразу же поставьте лайк за 10-минутную серию, потому что я старался именно для вас, ребята. Блять. Сколько можно меня, сука, сбивать? Ладно, ребята, я вернусь, когда уже приеду к ЖДЛС.
Итак, ребята, приехал я, значит, уже к ЖДЛС. Давайте заберем наше задание. Так, блять, бомжи, уйдите. Так, получаем, значит, завод. Так, давайте посмотрим, сколько денег. У нас 3к есть. Также сейчас мы сдадим мастер вождения. И да. Так, все, сейчас получим вознаграждение. Бомжи, блять, уйдите. Так, все, ребята, мы получили. Давайте сейчас, наверное, получим новое задание. Блять, скриншот. Нахер я скриншот сделал. Давайте, например, безопасный сейф, потому что работать я не хочу. Так, через 10 минут можно взять новое задание. Давайте, ребята, отъедем и подведем итоги, что же мы имеем, какой аккаунт мы имеем за 2 квеста, в принципе, и целый ролик. Погнали. Так, ребята, я уже отъехал в укромное место, это возле Мэри, вот здесь. Давайте напишем /man, так, и вот наша статистика. Мы имеем почти 2-й левел, если бы я еще умудрился попасть на PD, у нас был уже почти 2-й левел. У нас сейчас денег $3380, также денег в банке $120, еще с промокодов. У нас должно накапать $25 000, и также я вне видео буду прокачивать данный аккаунт, поэтому, кому не жалко, регистрируйтесь на мой ник Милтер Матхео, который вы сейчас можете видеть все на статистике. Переходим, ребята, к прощанию. Ребята, ну всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте свои царские лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Коди. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, снимать ли мне еще серии по этому сезону. С вами был я, Коди. Всем удачи и всем пока.